heaven on earth. Провозглашаем это сегодня, церковь, Южная Африка и все наши телезрители. Поднимайтесь со своих мест и скажите своему Создателю: «Я буду доверять тебе». Если вы проходите долину смертной тени или стоите на вершине горы, вы можете доверять Ему, потому что Он благ, и милость Его вовеки. Добро пожаловать, сотни тысяч зрителей ТБН, One Gospel, Praise TV, прямой трансляции в соцсетях, на нашем сайте YouTube, а также аудитория 26 исправительных учреждений. Добро пожаловать! Россия, Израиль, Америка, Европа, Индия, Пакистан, Китай и наша прекрасная Африка. Аллилуйя! Давайте поприветствуем всех, кто сегодня с нами. Сотни тысяч человек смотрят это служение. Мы с пастором Джерри провели похороны. Точнее, на этой неделе их было несколько, но они стали итогом трагедии. Четверо молодых человек в час ночи ехали на машине и попали в аварию. Трое из них погибли. Четвертый в реанимации борется за свою жизнь. Один из тех, кто погиб, приходил в спортивный парк на Пасху и получил спасение. Воздайте Богу славу. Вот почему мы всегда приглашаем людей в церковь. Вы никогда не знаете, что ждет вас завтра. Единственное, что мы можем взять на небеса, это люди. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что пришли сегодня. Пожмите руку двум-трем людям и скажите: вы выглядите лучше, чем в прошлый раз. Я верю, что сегодня Бог коснется многих из вас. Будучи пастором уже 26 лет, я не проповедую о негативе. Я всегда говорю, что в каждом испытании нас ждет победа. Также я знаю, что Иисус пришел исцелить разбитые сердца. Сегодня многим из сидящих здесь больно. Они столкнулись с трудностями. Много лет я наблюдал за людьми, у которых что-то случилось. С течением времени, вместо того, чтобы позволить Богу исцелить их, они становятся циничными и злыми, потому что многие их вопросы остались без ответа. Но я учитель веры. Хочу сказать, что вам нужна вера, потому что бывают времена, когда у вас нет ответа. Возможно, мы никогда не узнаем ответ. На прошлой неделе я сказал, что приду на небеса со множеством вопросов. Но это не значит, что из-за этих вопросов я разочаруюсь или они лишат меня поклонения Богу, помешав приходить к Нему снова и снова, где бы я ни оказался. Недавно Дух Святой проговорил ко мне о переменах, которые ждут нас в сфере поклонения. Именно в сфере поклонения Бог будет исцелять разбитые сердца, выпускать пленников на свободу и давать покой, когда все кажется бессмысленным. Бог даст ответы на вопросы, у которых не было ответа. Бог просто успокоит ваше сердце. Это произойдет. Зайдет не где-то, а только в его атмосфере, в его доме. Сегодня я хочу поговорить о поклонении, когда вам больно, или поклонении, когда вы ранены. А вот о чем я хотел бы поговорить сегодня с вами. Я не говорю о том, что ваша жизнь далека от идеала. Я живу уже достаточно долго, чтобы понять, что идеальной жизни не бывает. Люди что-то скрывают, изображают улыбку и на вопрос «как дела?» всегда отвечают «хорошо». Почему бы не сказать тому, кому вы доверяете «мне больно»? Почему не рассказать кому-то «мне хочется все бросить» или «я подавлен»? Это не стыдно, вам нужен кто-то, кто помолится вместе с вами и пройдет этот путь. Порой мы путаем веру с отрицанием. Мы не призваны жить в отрицании. Мы
Дети Божии. У меня есть дети. Трое моих чудесных детей. На самом деле их шестеро. Когда я говорю «трое», дочери меня поправляют «шесть». А я говорю «остальные трое не совсем мои дети». Что ж, ладно, у меня шесть детей вместе с мужьями моих дочерей, которые тоже сидят здесь. Еще у меня есть шесть внуков. Это мои любимчики. Раньше я говорил, что никого дороже моих детей у меня не будет. К сожалению, мои внуки превзошли моих детей. Итак, когда маленький ребенок запинается о камень, он бежит к своей маме. Когда моим детям снились кошмары, они приходили рассказать их. Ощущая разочарование, они делились со мной. Когда они в чем-то нуждались, они приходили и говорили со мной. Мы так подвержены стереотипам об отношениях с Богом, что думаем, когда мы приходим к Богу, наша речь должна быть идеальной. Сегодня я хочу поговорить об этом. Это ваши отношения с вашим отцом. Вы можете прийти в состоянии смятения, и Бог не будет против. Вы можете прийти в церковь и расплакаться, и Бог не будет против. Сидя в церкви, вы можете метаться, не зная, что делать, и Бог не будет против. Порой вы можете тихо сидеть на своем месте, когда все остальные радуются и кричат, и Бог не будет против. Иногда вас обуревают какие-то вопросы, и Бог не против. Он любит и понимает вас. Он рядом, чтобы помочь вам и ободрить вас. Хочу начать сегодня с просьбы. Будьте теми, кто возвращается в Дом Божий снова и снова. Вы можете быть матерью, которая всю неделю плачет о своем ребенке или внуке. Вы можете быть тем, кто плачет из-за потери или трагедии. Я не знаю. Но хочу вдохновить вас быть тем, кто всегда поклоняется Богу. На прошлой неделе мы говорили о тех, кто благословлен и успешен. Не забывайте своего Бога, когда Он благословляет вас и дает вам процветание и рост. Помните Его и возвращайтесь, поклониться Ему. Если вы ранены, знаете, вы находитесь на лучшем месте. Вы находитесь там, где Бог исцелит ваше разбитое сердце. Бог явит вам свою любовь. Он даст вам украшение вместо пепла. Он восстановит вашу радость и покой. Он поднимет вас. Я не знаю, как сегодня выглядит ваше поклонение. Просто поклоняйтесь Ему во имя Иисуса Христа. В моей жизни были времена, когда я сидел в церкви, а все вокруг прыгали. Мне не хотелось прыгать, но я все же вставал и прыгал, потому что так делали все остальные. Однако Бога трогают не ваши прыжки, а ваше сердце. Сегодня я буду говорить об этом. Живите так, чтобы привлекать атмосферу Иисуса. Сегодня я хочу поговорить о двух людях. Иове и Давиде. Они оба пережили падение. Они были сбиты с ног дьяволом своим выбором или жизнью. Раз уж я начал с Иова, скажу, что Библия называет его непорочным человеком. Иногда с человеком что-то происходит, и он недоумевает, что я сделал, чтобы заслужить такое. Ничего. Какую дверь я открыл? Никакую. Что сделали мои предки? Я не знаю. Но могу сказать, что сделал для тебя Иисус. Иов был непорочным человеком. То, что с ним случилось, пришло не от Бога. В первой главе Иова мы видим, что сатана отходит от Бога и разрушает жизнь Иова. Вас могут смутить некоторые заявления в Библии. Помните, что не все записанное в Библии — это слова Бога. Верно? Когда говорит Бог, это Его Слово. А многое из того, что говорят люди в Библии, не от Бога, но их слова там записаны. Поэтому не повторяйте за ними. Библия говорит в Иова 1:13. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели». «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иову и говорит, «Волы орали, ослицы паслись подле них, как напали савияне и взяли их, а отроков поразили острием меча и спасся, только я один, чтобы возвестить тебе». Кому нравятся плохие новости? Никому. Еще он говорил, как приходит другой, если у кого-то и был плохой день,
так это у Иова. Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их. И спасся только я один. Я молюсь, чтобы вы были тем одним, кто спасется. Только я один, чтобы возвестить тебе. В это время пришел третий в тот же день. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Иов потерял свой бизнес и свою компанию. Он потерял всех своих детей, хоть и был непорочным человеком. Он был богобоязненным человеком и любил Бога. Неизвестно, почему так случилось с Иовом. Библия говорит: тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. Он пал на землю и поклонился Богу. То, что с ним произошло, не смогло сбить его с ног. Одна плохая новость за другой. В Библии «остричь голову» означало дать обещание Богу: «Несмотря ни на что, я не уйду от тебя, я не забуду тебя. Я верю, что ты добрый Бог, ты милостивый Бог. Какие бы сюрпризы ни преподнесла жизнь, я даю обещание поклоняться тебе. Я обещаю наставлять своих детей на Божьи пути. Скажите аминь во имя Иисуса». Иов пал на землю и поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Мы знаем, что друзья Иова пришли дать ему совет. «Когда мой брат боролся с раком, многие доброжелательные религиозные люди присылали сообщения и пророческие слова, которые похищали у нас веру». Столкнувшись с кризисом, никого не слушайте. Трое друзей Иова в течение нескольких глав рассказывали, почему произошло то, что произошло. Однако ответа не было до тех пор, пока Иов не обратился к Богу в поклонении. Помните, что после всех событий Иов утратил здоровье. Он с головы до ног покрылся язвами. Все было так плохо, что он брал черепок и расчесывал свои кровоточащие раны. Он посыпал себя пеплом, его жена утратила веру. Такое бывает. Иногда с нами что-то происходит, и окружающие теряют веру. Я представляю, как она встала, скрестив руки на груди, и сказала: «Почему ты так держишься за свою непорочность? Почему бы тебе не похулить Бога и не умереть?» Иов ответил: «Да, он поразил меня, но я буду доверять ему». Я не знаю, что вы переживаете, но вам нужно принять решение стать тем, кто будет поклоняться Богу, даже будучи раненым. Что бы ни произошло, примите решение быть тем, кто сделает поклонение Иисусу главной целью своей жизни. Только тогда вы сможете обрести покой, исцеление и восстановление. Так и произошло с Иовом. Это еще не конец истории. Библия говорит в 42 главе Иова, что Господь восстановил все в двойном размере. Иов пережил много страданий. Ему пришлось пройти через процесс горевания и недоумевания. Вопросы будут всегда. Порой, столкнувшись с трагедией, христиане говорят: «Не беда, все будет хорошо». Я знаю, что все будет хорошо, но есть время плакать, есть время горевать, есть время задавать вопрос: «Бог, почему это произошло со мной?» Бог это понимает. Если читать книгу псалмов Давида, вы увидите, что там есть не только песни хвалы и поклонения. Там больше 60 псалмов плача.
Давид, воин и поклонник, говорил с Богом так, что мог показаться отступником. Давид спрашивал: «Бог, где ты? Бог, почему это произошло со мной? Бог, когда ты придешь на помощь?» Он не разочарован. Он просто разговаривает с Богом. Он сломлен, он разбит, и он лежит на земле. Однако в каждом таком псалме тон Давида меняется. «Но я буду доверять Богу, я буду славить Его, я буду радоваться в Господе». Сначала Давид поддается эмоциям, к которым склонны мы все, но не всегда это признаем. Но Давид не остается в таком состоянии уныния. Оно не сулит вам ничего, кроме печали, депрессии и безнадежности. Затем Давид говорит сам себе: «Я буду надеяться на Господа, буду доверять Ему. Душа моя, славь Бога». Вам нужно надеяться на Бога, живого Бога. Давид лежал на земле и поклонялся Богу. Затем он поднял глаза и продолжал поклоняться Богу. Давид очень интересный персонаж. Он был человеком по сердцу Бога, однако совершал ужасные поступки. Он убил Урию, своего брата по завету, чтобы забрать у него жену. И это серьезно. Затем его ребенок был при смерти. Давид не убежал от Бога, как обычно делают люди. Совершив поступок, они убегают от Бога, но вы не сможете спрятаться от Бога. Поэтому я всегда говорю, что церковь — это больница. Не думайте, что это место для идеальных людей. Это место, где вы встречаетесь с совершенной Божьей любовью. Целостны вы или сломлены, совершенны или несовершенны. Церковь — это место, куда вы смело приходите пережить любовь, благодать и милость Иисуса Христа. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле». Оказавшись в такой ситуации, он принял решение не позволять жизни повергнуть его в нокаут. Что сделал Давид, когда потерял все в Сикелаге, а народ повернулся к нему спиной? Когда все остальные сидели сложа руки, Давид упал на землю и поклонялся Богу. Библия говорит, что от плача у него не было сил. Но вот что мне нравится в Давиде. В хорошие времена и в плохие, и оказавшись внизу, и будучи на вершине, и будучи пастухом, и став царем, Давид любил быть с Богом. Он поклонялся Богу, и, допустив ошибки, он вновь приходил к Богу. Одержав победу, он возвращался домой и поклонялся Богу. Церковь, мы всегда будем поклоняться Богу. Это фокус нашего христианства, несмотря ни на что, потому что Бог достоин. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. Братья и сестры, когда вы ранены, люди пытаются вас ободрить, но они не смогут это сделать без вашей помощи. К тому же вы не можете подняться с земли сами. Вам нужно прийти к Богу и позволить Духу Святому поднять вас. Я видел людей, которые пережили трагедию. Я видел людей, переживших страшные вещи. За 36 лет своего служения я усвоил, что есть только один способ восстановиться в Божьей атмосфере. В нужное Богу время. Когда вы снова и снова приходите со своим разбитым сердцем и разговариваете с Богом, даже если у вас не хватает слов и вы способны только плакать, лежите в Божьей атмосфере снова и снова. Вам может казаться, что вы онемели от горя, но не позволяйте дьяволу похитить ваше поклонение. Не позволяйте дьяволу увести вас в сторону от Бога. Не позволяйте дьяволу убедить вас, что
Бог, недобрый Бог. Продолжайте поклоняться Ему, продолжайте любить Его, несмотря на свои чувства. Просто приходите к Богу. Уверяю вас, это безмолвие покинет вас. Боль будет ощущаться все меньше, а ваша разбитость будет исцелена. Тогда вы станете целостными, прекрасными и радостными. Вы будете в мире сами с собой и сможете громко заявить о своей вере, потому что пережили благость и милость Божью. Бог благ и милость Его вовеки. Скажите аминь во имя Иисуса. На седьмой день дитя умерло. Слуги боялись сказать об этом царю. Однако Давид узнал о смерти ребенка. Что он сделал? Он встал с земли. Вам нужно подняться с земли, несмотря ни на что, и продолжать быть отцом, мужем, матерью, женой, бизнесменом. Сколько бы провалов в бизнесе вы не потерпели, не позволяйте трудностям жизни определять ваше будущее. Я знаю, что порой боль бывает просто невыносимой. Порой ваше сердце просто сжимается от боли. Но это нормально. Бог понимает это. Позвольте Ему принести вам исцеление. Иногда мужчинам хочется быть мачо. Хочется самим исправить ситуацию, но, стараясь все сделать сами, мы ожесточаемся, становясь грубыми и циничными. Так вы снова увидите, что ваше сердце онемело перед Богом. Давид был воином. Он был тем, кто убил Голиафа. Он не был тихим мальчиком. Он царь, он правитель. Однако у него было сердце поклонения Богу. Когда пришла беда, Давид побежал к Богу. Когда пришло разочарование, он побежал к Богу. Когда у него накопились вопросы, он задавал их, и Бог возрождал его. Вы сами видите перемены, происходящие в процессе его молитв. В его псалме не только вопросы: «Бог, где ты? Где победа? Я ждал тебя. Я жаждал тебя и искал тебя. Я ждал твоего избавления». Давид не оставался в таком состоянии. Он говорил себе: «Ожидай Господа, мужайся, и Бог укрепит твое сердце. Ты увидишь благость Бога в земле живых во имя Иисуса». Братья мои, вы снова будете жить, снова будете любить, снова будете улыбаться и радоваться. Женщины, которые пережили болезненный развод, вы снова будете жить и снова полюбите. Вы снова будете доверять во имя Иисуса. Отдайте свои бремена Иисусу, отдайте свои печали Иисусу, возложите все свои заботы на Иисуса, и вы увидите, что Он сделает. Он ваш целитель, Он ваш избавитель, Он любовь вашей души, Он друг, который ближе, нежели брат. Бегите в утешающие объятия Иисуса. Придите таким, какой вы есть. Мы все разные. У меня трое детей, все они разные. Скоро родится шестой внук. Он будет идеальным малышом. Мы будем радоваться, и все они разные. Кому-то из вас нравится подпрыгивать на стуле. И это вполне нормально. Мне тоже это нравится. Но, возможно, через 3 недели вы будете тихим и не пророните ни слова. Это нормально. Пока вы можете говорить, говорите с Ним. Когда разговор прекращается, когда поклонение прекращается, заставьте себя. Когда мой отец умер, я держался учения о том, что мертвые должны хоронить своих мертвецов, а мне нужно идти дальше. Когда он умирал, я продолжал молиться, сидя рядом с ним в больнице. Мы доверили его Господу. Я поехал в Ледибранд, чтобы провести 2 служения. Затем я приехал назад, но оказалось, что он уже ушел к Господу. Я подумал: что ж, и поехал обратно в Ледибранд, чтобы провести вечернее служение. Я вернулся в понедельник, договорился о похоронах и похоронил его. Нас не учили брать перерыв.
Вот почему на похоронах на этой неделе я сказал, я понимаю, что смерть потеряла свое жало. Я понимаю все это. Однако, когда вам больно, вам больно. Когда вы чувствуете боль, а вы чувствуете боль. Библия говорит, что мы должны плакать с плачущими. Нам нужно плакать вместе с ними, чтобы они получили исцеление. Я не говорю, что нужно горевать, словно мы не знаем радости. Нет, мы сострадаем и плачем вместе с тем, кто потерял свой бизнес. Это серьезно. Если брак закончился разводом, это серьезно. Если ребенок бунтует, это серьезно. Возможно, вы пошли к врачу и услышали плохой диагноз. Конечно, врач не агент дьявола, но прежде вы жили спокойно и вдруг услышали такой диагноз. Как должно выглядеть наше поклонение, если внезапно все сложилось не так, как вы этого ожидали? Я не говорю, что впереди вас ждет что-то плохое, но большинство из сидящих здесь что-то переживали. А если нет, то ваши дети что-то переживали. Некоторые из вас практически стали безмолвными в своем поклонении. Это разрушает ваш дух. Исправьте ситуацию и поднимитесь с земли. Да, физически вы не лежите на земле, но внутри себя лежите. Начните искренний разговор с Богом. Это окажет влияние на все сферы вашей жизни, начиная с вашей психики и эмоций, до вашей радости, вашего мира, вашего брака, ваших детей и друзей. Это повлияет на все ваши отношения. Вот почему Библия являет Бога как нашего Отца. Каждый, у кого есть ребенок, всегда учит его: «Приходи к папе или маме, приди ко мне и поговори со мной, несмотря ни на что. Поговори». А мы? Мы боимся говорить. Мы запрограммированы на то, что наши отношения с Богом определяются религиозно-харизматичным взглядом на то, что правильно, когда мы приходим к Богу. Но Библия говорит, что мы с дерзновением приходим к престолу Бога, чтобы получить помощь во время нужды. Но есть времена, когда нужно вести честный разговор, иначе молчание может переродиться в гнев. Этот гнев переродится в обиду, и вы обидитесь на Бога, думая, что Он оставил вас и что Он подвел вас. Давид заставил себя подняться с земли, умыться, помазать себя и сменить одежду. Внутри он все еще был сломлен, однако он принял решение. Эта трагедия не повлияет на меня, она не будет определять мой внешний вид и мои отношения. Я встану с земли, я омою себя. Иов тоже омыл себя от разочарования. Представьте себе его эмоции после всего, что случилось за один день. Представьте эмоции Давида, когда он потерял ребенка из-за собственного поступка. Он мог бы жить в сожалениях, угрызениях совести и стыде до конца своей жизни. Но он так не сделал. Он был достаточно разумен, чтобы встать, омыться, чтобы помазать себя и пойти в Дом Божий, чтобы поклониться живому Богу. Это место восстановления и исцеления. Знайте это. Если вы пришли сюда, встаньте со своих мест и воздайте Иисусу поклонение от всего сердца во имя Иисуса. Просто издайте радостный крик Богу. Так как же выглядит поклонение, когда всякая надежда потеряна, когда вы теряете любимого человека? Что бывало со всеми нами? Это больно. Возможно, вы услышали от врача страшный диагноз. У вас была небольшая боль. А вы думали, что все в порядке, а теперь вы ходите от врача практически со смертным приговором. Вы пережили болезненный развод или неудачу в бизнесе. Как в случае с Иовом, такое бывает. И не одно. Вы переживаете одно, второе, третье, но все в порядке, потому что вы все пройдете.
Иов прошел через свою трагедию, потому что наш Бог — Бог восстановления. Бог поднял его, Бог восстановил его радость. Это сделала не жена или кто-то другой. Это сделал Бог. Люди могут ободрять нас, могут поддерживать нас долгое время, но в какой-то момент нам нужно прийти к Богу, поплакать и, наконец, восстановиться, потому что те, кто ожидает Господа, обновятся в силе. Вам необходимо прийти к Богу. Вам необходимо прийти к Богу. Если вы плачете, это не страшно. Запомните это. Библия говорит, вечером водворяется плач, а на утро радость. Иногда вы просто лежите перед Богом и плачете. Это нормально, это слезы поклонения, слезы боли. Когда бесплодная Анна рыдала у алтаря, Илий сначала хотел выставить ее за двери. Он подумал, что она пьяна. Но она не была пьяна. Она пришла к Богу и плакала перед Ним. «Бог, мне нужен сын! Бог, восстанови меня!» В те времена, как и во многих культурах сегодня, люди считали, что бесплодны, потому что что-то не так. Женщины, не позволяйте вашей культуре определять вас. Возможно, мужчина сказал, «Я не женюсь на тебе, потому что ты не можешь иметь детей». Нет, вы прекрасны, вы дивно сотворены. Я молюсь, чтобы Бог открыл вашу утробу, чтобы Он благословил вас, чтобы восстановил все то, что было украдено и похищено во имя Иисуса. Только возвращайтесь к Господу Иисусу Христу. Позвольте Богу ободрить вас. Когда Его Дух Святой наполнит вас своим дыханием, Он поднимет вас с земли. Он восстановит вашу радость и покой во имя Иисуса. У меня осталось только 2 минуты. Сегодня я лечу в Йоханнесбург, чтобы там люди тоже получили благословение. Как выглядит ваше поклонение, когда жизнь вас сбивает с ног? Суть не в том, что повергло вас на землю. Суть в том, что вы на ней делаете. Важно не то, что делает жизнь, а что делаете вы. Когда жизнь бросает вам крученый мяч, или, как мы говорили на прошлой неделе, Бог благословляет вас с избытком, не забывайте его. Не попадайте в ловушку денег, богатств и благословений, где у вас не будет времени поклониться Богу. Это сделает ваше сердце безмолвным пред Богом. Эти люди никогда не позволяли жизни или дьяволу лишить их поклонения. Когда вы будете возвращаться к Богу, Он исцелит ваше сердце. Он восстановит вашу надежду. Он выведет вас из плена. Он избавит вас от ваших бремен. Он ответит на вопрос, который вы долго Ему задавали. Чудесным образом вы обретете покой в Духе Святом. Если сатана сможет похитить ваше поклонение, ваша вера станет безмолвной. Поэтому, несмотря ни на что, будьте тем, кто принял решение, тем, кто возвращается. Будьте тем, кто поклоняется, несмотря ни на что, даже если вы пытаетесь что-то понять или увидеть хоть какой-то смысл. Возможно, этого не случится. Возможно, вы в гневе, я не знаю. Возможно, ваше сердце разбито, или вам кажется, что вы отделены от Бога, и Он очень далеко от вас. Возможно, вы боретесь с вопросами без ответа. Помните, в такой же ситуации был Иов, и Давид, и апостол Павел, но все они возвращались и поклонялись Богу день за днем. Хочу вдохновить вас, наши телезрители. Вернитесь к Богу. Он ждет вас во имя Иисуса. Поаплодируйте им. Аллилуйя. До свидания. Мы любим вас.